Приветствую всех на канале ICO стартапов. В сегодняшнем видео мы разберем компанию Wish Finance, и у нас есть сегодня возможность задать вопросы основателю данного проекта. У нас на связи Евгений Грин. Добрый день, Евгений. Добрый день. Евгений, думаю, стоит вначале озвучить ваше поощрение, которое вы, то есть 2-3 места будете поощрять зрителей за их ответы, вопросы. Давайте это озвучим и, собственно, начнем наше интервью. Да, мы стараемся в Wish Finance продвигать децентрализованную экономику и приготовили призы для тех, кто смотрит это видео и комментирует. Первый приз – это $100, второй – 50, третий – 25. Мы выплатим их в биткоинах. А почему не в токенах компании? В основном все платят в токенах. Дело в том, что наше ICO сильно отличается, мы не разбрасываемся токенами. У нас первая компания в Азии, которая структурирует ICO так, как IPO. Мы продаем 20% компании, и каждый наш токен конвертируется в реальную акцию. Это как бы не фантики цифровые, это часть настоящей работающей компании. Мы просто так бесплатно их стараемся не раздавать. Ну, да, это более интересно в плане, я думаю, для зрителей, которые смогут ответить, они заработают в реальных, то есть, как вы называете, не в фантиках, на данный момент реально вы в биткоине рассчитаетесь с ними? Да, все верно, мы перейдем на кошельки победителям биткоины $100, 50 и 25. И это будет 27 октября. Я понял. Вопрос в завершении видео. Окей, тогда да, будет так. Стимул досмотреть видео до конца. Ну тогда начинаем. Первый стандартный вопрос. Расскажите кратко о вашей компании, идее, для чего вы проводите ICO, привлекаете средства, чтобы реализовать что? То есть, возможно, с какими-то сравнениями, то, что есть на сегодня на рынке, и почему ваша компания, чем поможет, то есть облегчит, или ну в таком формате, расскажите, пожалуйста. Пару слов о себе расскажу. Я предприниматель. На текущий момент я уже продал 3 компании, которые сделал с начала 2000-х годов. И у меня много людей, много друзей из моего окружения занимаются малым бизнесом. Так получилось, что я столкнулся с ситуацией, что малому бизнесу по всему миру, даже в благополучных экономиках, очень сложно получить кредит. Соответственно, компания Wish Finance, которую я основал в прошлом году, она старается с этим делом бороться. Мы создали технологию, которая позволяет, во-первых, делать современную оценку риска малой компании, как заемщика, и выдавать кредиты практически без рисков, практически без риска дефолта. Мы для этого используем реальные данные, транзакционные финансовые компании заемщика. Мы оцениваем эти данные и используем для этого не человеческий разум, да, мы создали специальную нейронную сеть, которая гораздо лучше работает с большими данными и умеет находить паттерны в большом-большом количестве неструктурированных данных. И дополнительно к этому мы используем блокчейн для того, чтобы все портфолио наших кредитов было полностью прозрачным. Вот этот вот микс технологий позволяет нам очень сильно выделяться на фоне других кредиторов. И даже на таком рынке, как Сингапур, мы сингапурская компания, мы стали первыми, кто использует такие подобные технологии и смогли за счет этого действительно сделать, это вообще редкая ситуация, сделать бизнес-модель с нулевым риском при кредитовании довольно рискового малого бизнеса. Дополнительно к этому нас отличает такой момент. Мы оцениваем малые компании, у которых практически нет никаких активов, по их обороту. Мы умеем с помощью наших API подключаться к терминалам приема безналичных платежей, загружать историю этих платежей за определенный период и дополнительно к этому размещать там команду, которая позволяет за счет следующих, будущих продаж нашего заемщика автоматически погашать кредит, который мы выдали. Это удобно заемщику, потому что он не беспокоится о том, что нужно в конце месяца взять деньги, куда-то там отнести. Кредит закрывается автоматически. И это удобно нам как бизнесу, как кредитору, поскольку мы в принципе видим в реальном времени каждый день, насколько хорошо ведут себя выданные нами кредиты. Мы видим, насколько быстро и насколько прогнозируемо все кредиты закрываются. И можем, соответственно, принять меры, заранее позвонить, узнать, в чем дело, как помочь. То есть эта технология автоматической выплаты кредитов позволяет нам
не иметь дефолтов. Мы заранее можем договориться с потенциальным невыплачивающим заемщиком какую-то отсрочку, понять его ситуацию и видеть, каким образом ведет себя его экономика. То есть эта математика, она на самом деле сильно очень отличает нас от любых других кредиторов, которые сейчас есть на рынке. Так пока что еще никто не делает, совершенно никто точно не делает так в Азии. То есть на данный момент вы полностью работающая компания, которая вот действительно вот сейчас это все происходит? С момента, когда мы создали компанию в прошлом году с моими партнерами, мы вложили своих денег, там порядка 250 тысяч долларов в технологию, и в ноябре прошлого года мы начали проверять ее. То есть, когда технология была создана, мы решили проверить, насколько она работает, до того, как идти за какими-то сторонними инвестициями. Соответственно, мы провели раунд пилотного кредитования, мы выбрали фокус-группу из 1000 малых предприятий, в результате мы выдали 112 кредитов 103 компаниям. Вот. И общий объем их получился полмиллиона долларов, 500 тысяч. И последний кредит был закрыт в мае этого года. Соответственно, у нас было как раз ноль дефолтов. Хотя были кредиты выплачены позже срока. Самая долгая задержка была 43 дня. Вот. Но кредит тоже был выплачен. Просто потому, что у компании, которая брала у нас займ, у нее снизились обороты сезонно. Вот. Так что мы, компания, которая уже имеет продукт, которая уже имеет положительный поступающий финансовый поток, но мы, конечно, все еще маленькая компания. Нам нужно еще расти и расти. Я понял. Тогда вот сразу же давайте переходим. Для чего собираются средства? Что вы с ними будете делать? После того, как мы проверили свою бизнес-модель, поняли, что она работает, поняли, что она действительно имеет очень-очень низкие риски, встал вопрос о том, чтобы ставить кредитование на поток. Для этого мы хотим привлечь средства, но мы решили продавать не просто фантики, а поступить честно и продать часть компании. То есть, чтобы те люди, которые принесут нам деньги, они их принесли не просто купив токены, а чтобы эти люди имели возможность стать совладельцами компании. То есть, мы продаем 20% нашей компании, и держатели токенов будут иметь возможность обменять цифровой токен на реальную акцию и стать полноценными совладельцами. А мы потратим эти деньги уже для завершения, собственно говоря, отладки нашей технологии, для построения нашей финансовой инфраструктуры. И большая часть этих денег пойдет в портфель кредитов. То есть мы будем выдавать кредиты за счет этих денег. И у вас получается, чем успешнее компания, тем акции ваши будут ранжироваться, расти в цене, и, собственно, люди на этом смогут заработать. Тут какая штука? Нужно обратить внимание, что это не какой-то совершенно новый бизнес. Мы просто берем стандартную понятную бизнес-модель и делаем ее гораздо более эффективной. Если посмотреть на то, как росла оценка похожих компаний, она растет очень быстро. То есть в течение 5 лет компании вырастают в оценке в 100 раз. И это не уникальный какой-то случай, это в принципе можно посмотреть на компании как Lending Club, можно посмотреть на компании Lending Circle. Есть их довольно много по миру, те, которые занимаются Cabbage, которые занимаются кредитованием малого бизнеса. Соответственно, мы с определенным уровнем уверенности говорим, что токен, который будет сейчас куплен за 1 доллар, имеет очень много шансов через 5 лет стоить 45-50 долларов. Это довольно серьезно, и это, в общем-то, подтверждено многими другими компаниями, которые работали на других рынках со схожей бизнес-моделью. При этом не имея такой же возможности управлять рисками, как у нас. Хорошо, тогда стандартный вопрос, уже ближе к ICO. Какое количество токенов сгенерировано и на продажу выставляется 20%? То есть всего количество это 10 миллионов у вас существующих? Тут, опять же, мы решили поступить честно и прозрачно. Мы маленькая компания, особенно больших денег нам не надо. То есть сейчас совершаются ICO на безумные 100-200 миллионов долларов. У нас есть хардкап, максимальное количество токенов – это 10 миллионов. Каждый токен будет стоить 1 доллар США. Соответственно, вне зависимости от того, сколько токенов будет продано, это будет 20% компании. Это значит, что если нам повезет и мы соберем 10 миллионов, то 20% компании будет стоить 10 миллионов. Если мы продадим только 5, то таким же образом 20% компании будет стоить 5 миллионов. Мы поймем, собственно говоря, какую-то честную оценку со стороны рынка нашей компании и будем использовать эти средства так же, как я и сказал,
Вот. Но в любом случае количество акций компании останется таким же образом, таким же вне зависимости от количества проданного токенов, а непроданные токены будут просто уничтожены. По бонусам они присутствуют на пресейле, если такое у вас есть, или на ICO в первые дни. Скидка на токен. Да. Хардкап у нас 10 миллионов, но софткап у нас всего 1 миллион. Для того, чтобы собрать этот 1 миллион, мы предлагаем бонусы крупным инвесторам. Поскольку мы не продаем просто цифровые фантики, мы решили сделать бонусы именно крупным инвесторам, которые могут в будущем быть нашими партнерами при следующих раундах каких-то и при привлечении ликвидности. Соответственно, у нас есть бонусы на крупные инвестиции. Мы даем 5% бесплатных токенов сверху на инвестицию от 100 тысяч долларов. Мы даем 15% на инвестицию 500 тысяч долларов. И в случае 1 миллиона инвестиций размером 1 миллион мы даем 20%. Но эти бонусы действуют только пока мы не продали первый миллион токенов. Ну, кто-то 1 миллион купил, и все бонусы закончились, получается. Да, но этот человек дополнительно к миллиону получил еще 200 тысяч долларов бонус токенов. Понятно. В принципе, вполне При прозрачная, этом, понятная схема. да, при этом, если мы продали, представим себе, что мы продали 990 тысяч токенов, то есть еще не миллион, и кто-то в этот момент нам предлагает миллион, то этот человек все равно получает еще сверху 20%, потому что, как я сказал, пока не продан первый миллион, бонусы действуют. Я понял. Но это надо дождаться миллионеру как раз в завершении. Окей. Для хитрого, кита. Да, хитрый кит, 100%. Смотрите, у вас какая платформа? Я вижу, ну, у нас на трекере указано, что он, то есть, блокчейн это ваш какой-то будет? Или вы на каком блокчейне эти На самом токены? деле, наши токены базируются на эфириуме, Ага. и наш блокчейн, который мы используем у себя, на котором мы делаем прозрачную платформу со всем кредитным портфелем нашим, он тоже базируется на эфире. Сейчас у нас есть некоторые разработки собственные, но не, они сейчас даже не афишируются. Я не знаю, если честно, возможно, какая-то мискоммуникация. Почему у вас сказано, что это наша собственная разработка? Мы, в общем-то, все, что у нас сейчас есть, базируем на эфире. Понятно. Немного о команде. Можете рассказать, кто с вами работает, кто помогает Да, развивать? сейчас у нас команда 17 человек, буквально недавно у нас было 15, мы взяли как раз пару ребят для работы с маркетингом на время подготовки к ICO, и они продолжат у нас работать, общаясь с сообществом. 10 человек из нашей команды, они инженеры, это разработчики блокчейна, разработчики нейронной сети и ребята, работающие с базами данных, с большими данными. Вот. Я, как я уже сказал, до этого занимался предпринимательством и занимался электронной коммерцией. Я продал 3 компании, и вот это вот сейчас моя четвертая, которую я развиваю. У меня очень сильный технический директор. Мне посчастливилось работать с этим человеком раньше. У него огромный опыт именно в банковском и финансовом программном обеспечении. Он строит очень стабильную и хорошо работающую финансовую IT-инфраструктуру для нас. Поскольку финансовая отрасль имеет сильную довольно регуляцию почти в каждой стране, я нашел человека, который закончил крутую бизнес-школу, INSEAD. Это юрист, который имеет опыт работы в Сингапуре и в Израиле. И он стал нашим Chief Compliance Officer. Это, собственно говоря, человек, который занимается общением с регулятором, решением юридических вопросов. В общем, с этой стороны мы чувствуем довольно, знаете, сильные тылы такие прикрытые. То есть, в принципе, наша команда и лидерская, и команда людей, которые делают это все уже на низком уровне, это очень хорошо образованные и, я забываю русские слова, очень experienced ребята, да, мне приходится очень много общаться на английском. Прошу прощения. Ничего. И у вас в адвайзерах Александр Ругаев, он помогает вам. У нас будет всего примерно 5 адвайзеров, да, первый это
Александр Углаев. Мы пригласили его, потому что у человека огромный опыт проведения успешных SEO. Он поправляет нас, когда мы хотим сделать что-то неправильное для получения сообщества и так далее. То есть у нас не было изначально опыта общения с сообществом, которое участвует в SEO. Соответственно, его опыт был для нас бесценным. Дополнительно к этому мы сейчас ведем переговоры еще с несколькими людьми, которые усилят нашу команду знаниями по работе с искусственным интеллектом, по работе с азиатскими рынками, в частности, Гонконга и Кореи, и, соответственно, по работе с блокчейном и хранением данных, использованием технологии блокчейна, чтобы сделать и нашу технологию еще сильнее. Так что в ближайшее время мы анонсируем еще несколько очень сильных адвайзеров. Ну, понятно, будем следить. Смотрите, тогда больше, тогда в завершении мы давайте поговорим. Старт ICO будет 27 октября у вас. 15 октября у нас начнется пресейл, то есть у нас появится возможность покупать наши токены. И там будет какое-то ограниченное количество, потому как некоторые компании, озвучивая пресейл, продают все на пресейл, и ICO, и, собственно, не происходит. У нас на самом деле этого не будет, но те, кто будут участвовать у нас в пресейле, получат интересный бонус. Они могут переслать биткоины и эфиры на этапе пресейла, но распределение токенов будет только при начале ICO. Это значит, что человек, который отправил, допустим, эфир по цене 300, в случае, если эфир вырастет до 400 на этапе ICO, получит сразу зафиксированную максимальную цену. А если она упадет, допустим, до 250, будет зафиксирована максимальная цена 300. То есть отправить нам деньги на этапе пресейла гораздо выгоднее получается. На этапе ICO мы будем уже продавать, соответственно, токены по номиналу, 1 доллар, вне зависимости от там текущего курса валют. А где-то я имею в виду криптовалюты. Я понял. А эта информация где-то есть прописана? Люди об этом могут знать? Просто я об этом не знал. Мы об этом напишем скоро в блоге. Соответственно, мы готовим статью о том, как будет структурировано наше ICO. Оно будет опубликовано до начала пресейла. Окей. Довольно-таки интересные условия. Выгодные. И смотрите, условия участия на вашем главном сайте, это нужно будет регистрироваться, создавать личный кабинет инвестора, или это будет white list, в который люди будут регистрироваться потом, или это будет просто кошелек Ethereum, смарт-контракт, на который нужно будет отправлять деньги. Как это все будет происходить? Расскажу. Мы принимаем 4 криптовалюты. Мы принимаем биткоины, биткоин кэш, эфиры и лайткоины. Все переводы будут осуществляться только через личный кабинет на нашем сайте. Мы используем платформу компании ICO Promo. У нас, поскольку все наши токены распределяются на эфире, мы автоматически, конечно же, знаем все кошельки, с которых к нам поступали эфиры, мы будем автоматически распределять их. В случае с биткоином, биткоин кэш и лайткоином мы генерируем уникальный кошелек для каждого инвестора, чтобы мы знаем, кто сколько нам, соответственно, принес денег и могли, соответственно, честным образом это дело распределять. Нужно обязательно зарегистрироваться и подтвердить, конечно же, свой email. Также нужно понимать, что мы полностью блокируем всех инвесторов из Китая в связи с их ограничениями по регуляции. А также инвесторы из Сингапура и США могут купить и участвовать в распродаже только в том случае, если они являются аккредитованными соответствующим регулятором в этой стране инвесторам. Всем остальным обычным инвесторам, допустим, из США и Сингапура, наши токены будут недоступны. Остальные страны имеют гораздо более простую, понятную регуляторику, поэтому они могут просто зарегистрироваться и купить, стать обладателями наших токенов. Понятно. Евгений, наверное, будем резюмировать, потому как, мне кажется, вы ответили на все вопросы, рассказали подробно о компании, и после данного интервью зрителям намного понятнее станет компания, собственно, идея, к чему вы идете и что вы хотите реализовать. Собственно, и условия вы подробно озвучили, какие условия для инвесторов на покупки на пресейле, собственно, на ICO, с какими бонусами, когда заходить хитрым китам лучше всего. То есть все-все вы рассказали подробно. Давайте тогда подведем итог. Вы зададите вопрос, который мы озвучивали в начале видео, и, собственно, по решению которого будет и разыграны три места
Ну и будем завершать наш интервью. Вот задача. Напишите в комментариях, сколько, по вашему мнению, будет стоить биткоин 27 октября. Три человека, чьи предсказания будут наиболее близки к правде, получат $100 за первое место, 50 за второе и 25 за третье. Мы это выплатим на биткоин-кошельки в биткоинах 27 октября. Спасибо большое. Ждем ваших предсказаний. Супер, супер. Спасибо за розыгрыш, акцию назовем. То есть за внимательность зрителей. Я думаю, многие поучаствуют. И тогда в завершении, возможно, у вас есть некоторое обращение к зрителям по поводу пресейла, ICO. Может, пару слов. Я хотел бы сказать в целом для всех инвесторов, что сейчас рынок ICO стал очень перегретым, и желательно обращать внимание больше на компании, у которых уже есть продукты, и не инвестировать вообще в компании, в ICO, сути работы которых вы не понимаете. Это вообще, в принципе, является хорошим правилом для любых инвесторов. Это первое, что касается в целом всего рынка. А что касается конкретно нас, добавляйтесь в Telegram, у нас там есть официальный чат, где мы отвечаем на вопросы инвесторов. Если кому-то будет интересно, пожалуйста, милости просим, участвуйте в нашем ICO, мы стараемся делать эту индустрию более прозрачной и честной. Еще раз большое спасибо за то, что нашли время и подробно рассказали о компании. Вам, в свою очередь, хочу пожелать успешного проведения пресейла, плавно переходящего в ICO, и в идеале решение полностью достижения поставленных целей. Спасибо вам. Спасибо большое. Всего доброго. И вам до свидания.